Так, добираемся до места охоты. Валило деревья, не довалило. Дорогу перегородило. В прошлом году такого не было. Маленький оазис. Команда уже ждет. Ты же с камерой ехал с Минска? Да. Давай, глуши мотор, убери стульчик, присаживайся. Вы уже тут это самое начали? А что вам, блядь, что нам ждать? Ирасик. Что там у тебя? Ивасик. Здорово. О! Что нас ждет здесь? Вот так. Охотнички собрались. Грибет. Выгребает, я бы сказал. Поедем за дровишками, съездим. Наш вожак знает места. Вот, надо знать места, где дрова есть. Тоже имеет отношение к заготовке дровам. Опа. Опа, есть. Следующее. Вот такие у нас дровишки. Гулять да гулять. Наши дровишки. Из леса везти. Да, после нас должна быть чистота и порядок относительно. Что есть. Спасибо природе. Вот. Работяга прет непосильную ношу. Давай, давай. Так. Вот еще один труженик невидимого фронта. Ух ты! У него, кстати, опасный инструмент, если что. Да, смотрите, тут не воем мне. Да. А то могу тут. И у кого-то может быть лишний 5 сантиметров минус. И все мусульмане тут, либо евреи. Это Папа. Мусульмане в лучшем случае. Нам нужно обрезать весь вот этот явор-камыш и сделать выход красивый. Вот как. Самый бывалый. Идет впереди. От полковника вперед. Да. В разведку посылают лучших. Давай так, чтобы под веслом еще было смело махать. Руби все на путь. Он готов даже мою камеру секануть. Куда я тебя поверну? Вот да я. О! Там подвеска была нужна. Пробивает окно. Почти в Европу. Окно на большую воду. И будет у нас праздник. А на охоту нужно будет завтра аж вон куда, в конец водоема. По полковнику свете расставлю. Охота начала. Да. Загоняли. Зато нормально вот выходить будет. Да. Красавчики. Если есть возможность, то пока мы крючок.
Ну вот, практически вышли. Теперь можно и мне лодку качать. Не, ему не столько не нравится справа-слева, сколько нравится команда. Команда. На. Ты видишь? Чем моложе охотник, тем... Видишь? Борзее. Борзее. Раздраконь там, раздраконь. Туда-сюда. Да и хер до копейки. Зачем вы мне ножницы намочили? Теперь они соржавеют. Я брал для леса. Давайте, вылезайте, хватит. Это красиво. И это красиво не надо убирать. Еще одни охотники прибыли. Суровые ребята. Поляну себе приготовить сейчас. Лошадиная сила к ним добавляется, помощники. Охотники порою, что дети малые. С каким нетерпением бывает ждем дня открытия охоты. Смотрите, как наш Санек биноклем пытается уловить надежду завтрашнего дня. А как он готовился к этому дню, знает только его семья и бедные соседи по дому. Мысленно он уже на охоте. Это я снял половину того, что он влил в мангал для розжига. А вот и подтверждение моих слов. По правде говоря, каждый из нас такой же. Бэнд! Бэнд! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не укладывайся по книге. Я сейчас одну половину спальную сделаю, а вторую половину будет команда.
сделаешь порубку. Надо такого шагнуть и готовить. Опаньки. Знакомая тачка. Мы будем вот так сгибать, только я еще не открыл. Подержи пока, просто подержи. Андресито! 4 машины, 4 человека, 4 палатки. Да. А куфоры еще. Саня, я пирог нам привез, блядь. Привет. Чтобы нам скучно не было. Знаешь, что можно в куфоре спать, если что? Куфору, да? Вот ты как раз, я люляшку пожарю. Так заходим. По телефону нет? Бля, хотя бы по телефону, блядь. Выдувать. Здорово, братья, блядь. Здорово. С открытием вас. Здорово, Андрей. Поздоровайся со всеми. Салют. Грицаню красавчика покажи. Привет, привет. Кто это? Когда ты уже ружьем заведешься? Елена Олеговна. Это мой... Это, кто ты мне там? Ага. Главный бухгалтер Кума, член семьи. Ну и там все остальное. Ты просто хороший человек. Ага. Так, настолько блин, все, что можно... Слушай, еще... а вы это транслируете видео на YouTube, да? YouTube онлайн. Онлайн. Смотри, сколько конкурентов. Владислав Алексеевич, я не пил, я обещал. Слышишь, там уже конкуренты флажки поставили на ковышке. Да? Да. Серьезно? Ну, возьми бинокль, посмотри. Ну давай, наберите по видосику. У нас еще пока не накрыто, у нас еще уже поляна накрыта, шашлычок, люляшка готова, козлика и волосика. Говорит, давай это. Я привез, короче, палатку, я нашел два матраса туда. Ну, наверное, один полторашка, второй одиночный. Одиночный такой. Полотной там. Наверное, там он упанул второй. Нет, я тут руку макал. Слышишь, опять лошадь закирает. Да. Так уже спрашивали про баян. Баян есть. И лошадь есть. А, уже спрашивали, да? За лошадь спрашивали, за баян. Андрюха, ты водку или пивасик? Сначала пивасик давайте. А или вы сразу водку все? Не, мы пивасик. Не, давайте пивасик сначала. Ну, давай тогда это. Я даже ленту пирогу скидываю. Сначала мясо. Сначала мясо, давай. Это в машине, что ли? Да. Громкая связь. Я думаю, будет работать. Ага, вон, сиди. Привет, привет. Ой, какая красота, я к вам. Привет. Слышишь? Андрюха, покажи вот эту красоту. Жди. Это он все. Это этот красавчик, который. Все. Это Саша. Саша, это Лена. Я его знал. А, во. Нифига себе, какая палатка. Так он... У меня такая же, я еще не успел. Нет. А это, видишь, напрямую транслируется в YouTube сразу. Обалдеть! Поэтому можешь там зайти сразу и смотреть на нас, как мы будем вот это. Канал Сергей Голод, да? Городов. Да, канал Сергей Городов. Андрюха, утка весенняя. Я вам так завидую. Вот такая атмосфера в нашем коллективе. Я тоже взял какую-то. Какая у нас? Ну-ка, красоту посмотрим, что это такое. Обалдеть! Как мы раньше жили без люляшек. Так, мужики. Есть еще? Два. В этом. В рюкзаке. Синий, зеленый.
что комаров нету. Это ж про барсука песня. Разбил барсук. Да? Пойду посмотрю, где летает. Мелковато? Да. Мелковато, вязко? Да, с тобой. Ой. Ой, брат. Ты? Вот такие ножички купить. Говорю. Что за ножичек? Гёссер. Ножичек шикарный. Арбуз хорошо режет, да? И лося хорошо режет. Берите, вот так смотрите. О. Да. Ну вот по такой лунной дорожке нам предстоит добираться до места охоты. В этом году, дорогие друзья, открытие охоты и лед утки не совпали. Охота практически никакая. Мне лишь в конце удалось взять одного черка. Зато погода шикарнейшая. А утки к осени пусть подрастут, нагуляют жирок и станут такими же упитанными, как и я. Вот тогда мы с ними, в шутку говоря, и поговорим на равных. Вот она наша охота сегодняшняя. Уточка. Готовится все, что сегодня добыли. Добыли немного. Сколько штук, Саш, добыли? Сено. Я одну. Я тоже одну. А другие тут 4, по-моему. Получается 6. 5, Андрей? Уток добыли. 4. 4, значит 6. Вот два черка и 4 утки. Те, кто думает, что тут мясо, горы, 6 уток добыли. Вот повеселимся вечер. Зато и деликатесик. Вот так вот. Разделяй и вас. Наши походные условия. Чуть потонем. Вот. Открой, покажи, что там интересно. Съедобное ли оно? Едабельно ли это все? Тушится. Вот такой получился итог нашей встречи. Символический по охоте и насыщенный по разнообразию отдыха. Глядя на эти кадры спустя какое-то время, понимаешь, что было здорово и по-настоящему. Всем, кому понравилось, желаем похожих эмоций на природе и такой же добродушной компании. И, конечно же, лучше, если у вас будет еще лучше. Тогда и мы будем стремиться к вашему уровню. Всем пока! Вот так мы обычно возвращаемся с охоты. А вот так мы иногда хулиганим, когда нельзя охотиться.